Вопросы по благоустройству дорог стали ключевыми в ходе прямой телефонной линии с главой Вологды Евгением Шулеповым. Воркутинская, пригородная, Гончарная. Будут ли проводиться ремонты этих улиц, узнавали жители микрорайонов. Какие еще вопросы поступили к главе и какие решения были приняты, расскажет Мария Суворова. Здесь у 16-го дома по улице Воркутинская асфальтовая дорога кончается и начинается грунтовая. Если дождя нет, то проехать еще можно. Но в это лето из-за постоянных ливней ее сильно размыло. Образовались ямы и колеи. Хотя бы заровнять, да, какие-то ямы позасыпать, потому что ямы очень глубокие. Можно облететь, особенно когда дождливая погода. Неудобно как автомобилистам, так и пешеходам, особенно мамам с колясками. Об этом сегодня главе Вологды Евгению Шулепову в ходе прямой телефонной линии рассказала жительница района. У меня к вам просьба. Хотя бы выровнять дорогу, я понимаю, что денег в городе нет, и выровнять ее грейдером и отсыпать ее щебенкой. Такое поручение Евгений Шулепов тут же дал департаменту градостроительства. Потребовал разобраться и с грунтовой дорогой на улице Пригородной, на состояние которой также пожаловались волокжане. Еще один звонок по улице Гончарной. Она тоже требует ремонта. И проект уже готовится. Как пояснил Евгений Шулепов, его рассмотрят на осенней сессии. Благоустройство отдельных улиц и в целом микрорайонов вообще стали сегодня центральной темой звонка главе. Безусловно, вопросы благоустройства территории волнует волжан сегодня. Погода дождливая стоит в это лето, и тротуары, где-то пешеходные переходы, дворовые территории сегодня находятся не в самом лучшем состоянии. Это нам известно, и задачи эти стоят перед департаментом градостроительства. Сегодня прозвучал звонок по улице Воркутинская, по улице Пригородная. В ближайшее время специалисты, может быть, я сам выйду, посмотрю и наведем порядок. Минимальный необходимый порядок на этих территориях. Добавим, что также по итогам прямой телефонной линии глава Вологды принял решение побывать в селе Молочное, где у жителей накопилось немало вопросов по благоустройству. Выезд будет совместно с депутатами, чтобы на месте расставить приоритеты и наметить план работ. Напомним, телефонная линия «Звонок главе» работает по вторникам с 9 до 10 утра. Задать свой вопрос Евгению Шулепову волокжане могут, позвонив по телефону 580393. Также сообщение можно оставить в интернет-приемной или на сайте главы города Евгения Шулепова. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда Портал.